Тигриный переполох случился на этой неделе в Доме культуры «Октябрь». Развлекательная игровая программа для детей под таким названием была посвящена приближению Нового года. Ребята из 7 детских коллективов Дома культуры «Октябрь» отпраздновали Новый год одними из первых. По пути в страну Деда Мороза играли и проверяли на творческие способности своих руководителей. Педагогам предстояло выполнить задание в соответствии с выбранным фантом. Добрый Дедушка Мороз мне щенка в мешке принес. Но какой-то странный дед в шубу мамину одет. Читали стихи, пели, танцевали, а позже все вместе знакомились со сказочными персонажами, пришедшими на праздник. С собой были принесены юмор, задор и немного озорства. Один раз не сделала маску для лица, меня не узнали. Дети, кто я? Нет, дурачка! Да какая же вы снегурочка! Красивая, молодая! Здравствуйте, ребята! Самый главный герой, без которого праздник невозможен. Это он зажигает огни на елке, дарит подарки и объявляет начало Нового года. Ребята, чтобы порадовать дедушку, читали выученные стихи, волнуясь и радуясь одновременно. К нам зима пришла опять, нету времени скучать. Нужно елку наряжать, пригласить Мороза в гости, в хороводе покружиться, с добрым сказочным героем непременно подружиться. Свои подарки главному волшебнику подготовило каждое творческое объединение ДК. В арсенале одних были танцы, другие позвали ребят поиграть, ну а третьи баловались присутствующих пением. Пришедшие на праздник «Бык и тигр» договорились о передаче эстафеты, затем присоединились ко всеобщей дискотеке у новогодней елки. Коллектив Дома культуры «Октябрь» поздравляет всех с наступающим Новым годом и приглашает в Дом культуры на праздники. 28 декабря в 16 часов вас ждет удивительная музыкальная сказка «Морозко». 3, 4, 5 и 7 числа в 14:00 новогодние рождественские фильмы. А 6 января в 14:00 рождественское гуляние на площади Дома культуры. Приходите к нам, с нами весело, с Новым годом!